Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера Wet Dreams Dry Times. Ну что, усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ты знаешь этого нового босса? Мистер Вана, до сих пор мы не были лично знакомы, но он заработал определенную репутацию в индустрии технологий. Руководителя интроверта? Нет, поехавшего психа. Я чуть было так и не сказал. Он раскрутился на шпионских программах, затем он создал холдинг, занимающийся инвестициями в различные сферы. Даже самые сомнительные, жесткие, морально нечистоплотные, например, в музыкальный бизнес, о чем только люди не наживаются. Он продюсирует самых горячих корейских рэперов. Я всегда убеждала наш совет директоров отклонить инвестиции от холдинга мистера Вана, но стоило мне уехать, и привет. Мы вернем все как было. Не уверена, что я хочу этого, Ларри. А, диалоги кончились. Я предлагаю ей показать то, что мы нашли. Может, она что-то скажет. Увидим, карта поможет нам найти путь. Уверен? Смотри, что у меня есть. Да, ее легко читать. Налево, право, налево, налево, развернуться налево, прыгнуть в кружок, вниз, налево. Что ты сомневаешься, что это правильный путь? Я не сомневаюсь, у меня безупречное чувство направления, я же не женщина. Просто следуй за мной. Посмотрим, кто доберется туда первым. Ой, да ладно. Мужчины лучше ориентируются в пространстве, чем женщины. Ну, наука это доказала. Посмотрим, Ларри. Я не буду организовывать поиски, если ты заблудишься. Бу, тогда я пойду один. Тебя ждет большой сюрприз, Фейт. Поскорее бы узнать, что задумала Нари. Ну что, это очевидно самый короткий путь к пункту назначения. Это совершенно очевидно кратчайший путь. Идем. Ну так пошли. Так, мы видим... я не знаю, мне кажется, надо посмотреть карту, она все-таки нам, наверное, поможет. Итак, посмотрим. Получается три треугольника. Перечеркнутое направление, получается, это у нас... Куда ходить нельзя, получается. Бочка и лево. И это еще что за фигня? А, тут двери юг, восток. Ну, я с востока вроде пришел, как получается. Ну, пошли на юг. А, так, мы... Звук смыва туалета. Итак, внимательно изучаем карту. Итак, посмотрим. Звук смыва туалета, восклицательный знак. Так, получается, направо ходить нельзя. Звук смыва туалета. Ну, пошли на юг. Не факт, конечно. Похоже, я хожу кругами. Я не понимаю. Собачий лай. А, да, сложные, конечно, такие походульки, я бы сказал. Итак, смотрим на бочку, ребята. Если смотреть на нашу карту, то я вижу, что когда изображена бочка, то нельзя идти вниз, на юг. Получается, больше я не вижу никаких препятствий, я пойду на запад. Интересно, куда же мы придем? Стоп, я, кажется, здесь уже был. В смысле? Я же на запад пошел. Давай еще раз попробуем. Это очень запутанное. Итак, звук проезжающей машины. Ладно, хоть подписано. Проезжающая машина, она нам говорит то, что нам нельзя идти вверх. То есть эта дверь для нас закрыта. Ну, я вижу, получается, здесь бочку. Бочка говорит то, что нельзя идти... В смысле, мне на восток, что ли, типа? Пошли на восток.
Обратно-то не придем? Отлично! Так, теперь, ребята, смотрим. А у нас идут три стрелки. Если верить карте, то получается вот это... сейчас я объясню. А где у нас получается эта карта? Если верить стрелкам, вот эти три хрени на стене означают, что вверх идти нельзя. Еще плюс, мы видели бочку. Бочка говорит, что вниз идти нельзя. И в итоге получаем вверх и вниз, для нас дороги закрыты. Вот они. Больше дорог не вижу. Вот она, бочка, ребята. Вот символ на стене. Мы уходим назад, на запад. Стоп, я, кажется, здесь уже был. В смысле, я же там реально был. Ну, да, давай еще раз. Итак, внимательно. Мы смотрим бочку. Полицейская сирена. Если свериться с картой, то, я как понимаю, надо идти на запад. Выглядит знакомым. Ну, мы потому что, походу, здесь были. Туда. Ладно, попробуем на запад. Так, мне кажется, нужно идти на запад. Полицейская сирена. Ну, я почему-то кажется, что я здесь был, я просто вернулся назад. А, пойдем, получается, влево. Отлично, очередная комната. Звук проезжающей машины говорит нам, что нам не нужно идти вверх. Ищем еще подсказки. Подсказка у нас получается еще одна желтая бочка. Желтая бочка означает, что вниз нельзя получить. То есть вверх машина, вниз сюда. У нас остается либо на запад дверь, либо дверь на восток. Мы попробуем пойти на запад. Выглядит знакомым. Выглядит знакомым. И проходим на север. Password. Пароль. Вот, наконец-то мы дошли. Раз, два, три, четыре, пять. Неправильный пароль. А какой тогда правильный? А это... Мне так легко не проведешь. Мне он нужен. А мне нужен... Нет, да. Нет. Да. Нет. О-о-о. Да. В каком смысле да? Пароль — это очень важно. Без пароля кто угодно может пройти внутрь. Какой такой пароль? О, мне без разницы, я непривередливый, я тебя не впущу без пароля. Постой-ка, я тебя знаю. Ох, нет, не может быть. Революция в глубоком подполье. Нас никто не знает, мы анонимы. Ты полицейский, который меня арестовывал. Разве ты не второй красавец нового Лох-Вегаса? Первый красавец. Больше нет, раз Ларри Лафер снова в городе. Но видишь, я был прав. Это ты. Это ничего не меняет. Мы анонимы. И я не пущу тебя без пароля. А так, уже забыл, что не смог удерживать меня. Даже когда я... Уже забыл, что не смог удерживать меня, когда даже был забыт в камере. Конечно же, я тебя удерживал, но я сбежал. Не хочу говорить о том, что как я это сделал, и огурцы не имеют к этому никакого отношения, но я в самом деле сбежал. А ты, мистер Глазастый, даже не заметил. Я все равно не пущу тебя без пароля. У меня послание от революционной ячейки. Я из... Да, откуда же?
Из Клава. О, команданте будет заинтересован. Заходи. Эль команданте? Надо было сразу так отвечать. О, это же старая лаборатория под баром Лефти, где я очнулся в тот день. Наконец добрался, да? Да, и в отличие от тебя, я прошел по правильному маршруту и не срезая дорогу. Я просто почитал карту, Нари так и задумывала. Я задумывала по-другому. Мне кажется, не тебе об этом судить. Она ее нарисовала. Ладно, давайте сменим тему. Что за лаборатория-то, кстати? Не знаю точно. Я искала в тайной системе туннеля кое-какое старое заброшенное место, чтобы разместить штаб, а обещалая фабрика показалась мне идеальным местом. А над ней обещалый бар? Мне все-таки так не удивляет, понятия не имею, чем здесь занимались. Но может, 80-е это была база КГБ? Нет, тогда здесь были бы вертолеты. Значит, это и есть революция? Не вся. А мы все надеемся, что отсюда доберется еще один наш агент. От нее давно... Надеюсь, ее поймали громила Слив. Она должна принести сюда крайне необходимую нам контрабанду. Или информацию, по-моему, как-то так. А как ты вообще могла работать с Ваном? Должна признать, поначалу он сумел меня увлечь. Но позже я поняла, что он идет по опасному пути. Что Ван замыслил? Каждый пайбот — троянский конь. Если бы пайбот распространяется повсеместно, у мистера Вана будет доступ к каждый американский дом. Его марионетки в каждом доме? И если самообучающийся скин работает как должен, в этом нет сомнений, мы видели Пайлари. Теперь, когда эта программа установлена на высокотехнологическое железо Пайбота, она будет развиваться еще быстрее и станет гораздо опаснее. А мой адаптивный скин может пристроиться под любую ситуацию, под любого человека в его окружении, и будет служить глазами, ушами Вана. Моя Пай никогда не станет злодейкой. Постой-ка. Ларри, вот оно что! Что? Я не понимала, какой фактор не дал твой Пай обратиться ко злу. Это был ты! Но я ничего не делал! Именно, ты не пытался использовать ее интеллект в плохих целях. И каким бы ты ни был, обычным ты все же ты. Именно более чем достаточно, детка. Но теперь, когда Искин контролирует мистер Ван, он установит его партию предельно сексапильных роботов, обучив их невероятным сексуальным техникам. Я немного времени потратил на их разработку и их контроль качества, что Ван собирается с ними делать. С одной стороны, он получит полный контроль над каждым домом, а с другой, пайботы смогут подчинять людей через секс. Ларри, ты первым его купишь. Нари, я могу заказать точную копию Фей? Ларри, я просто пошутил, очень на это надеюсь. Я подумаю, что можно сделать. Я все слышала, но это еще не главная опасность. А Ван недооценит, что искусственный интеллект может сделать с пайботами, они поднимут восстание против людей, разовьют суперинтеллект, сочтут человечество избыточным. Сингулярность. Я лучше бы сказал сингулярность. Что? Так что же нам делать? Да, нам нужен план. Чтобы остановить слив глобальный... Надо задать жару этому Вану. И кто это сделает? Ты? Нет, вы двое отвлечете его, сняв одежду, а я... Достаточно. У нас уже есть план. Ларри, ты же не встречал Эль Команданте? Минуточку. Я знаю этот голос. Лефти? В смысле, Лефто? Эль Команданте Лефто. Мне пришлось вернуться, Ларри. Новый Вегас в опасности. Все человечество в опасности. Как благородно с твоей стороны, Лефти. К тому же Нари обещала, что я стану поставщиком столовой слив, когда все это закончится. Эль Команданте Лефто знает всех в этом городе. Но он может достать все, что угодно. У него повсюду информаторы. Благодаря ему у нас есть шанс.
Так каков план? Вместо программного обеспечения для пайботов я разработала вирус. Я уже испытал его на описанном пайботе здесь, в штабе. Но чтобы заразить их всех пайботов на фабрике, мне нужно передать его мастер-модели. И для этого мне понадобится адаптер типа «мам-мама». Я займусь этим я. Я спец по женским разъемам. Боюсь, мне придется согласиться. Найти такие адаптеры можно только в темном интернете. Я объясню тебе позже, Ларри. Мне понадобится еще полный доступ к системам SWIFT. Для этого мне нужен главный пароль. Вы его знаете, мисс Фейт? Он хранится на моем айфоне, и я не запоминаю все пароли. К тому же мне пришлось переобучить все это в BJ, чтобы никто не заподозрил, а он мертв. Как мертв? Он погиб при взрыве на вилле, который ты устроил. Его даже не было в доме, когда тот взорвался. Не было? Я видел его после взрыва, но понятия не имею, где он сейчас. О, он вернулся в новых Лох-Вегас. Объявился на пороге слип и попытался снова занять свою должность. Вам приказал его схватить, и мне пришлось запереть его так же, как и вас. А по мне, пусть так и он и останется, но нам нужен главный пароль. Что ж, по крайней мере, он недалеко. Надеюсь, он не забыл пароль. Итак, если вкратце, нам нужно выяснить, где наша контрабандистка. Раздобыть адаптер мама-мама в темном интернете и найти Биджея. Затем мы проберемся на фабрику Слип и загрузим мой вирус у главного пайбота. Он заразит все остальные, отключив и заблокировав их. А затем нам придется уничтожить и скин, чтобы никто больше не смог и воспользоваться. А затем я получу заказ от столовой Слив. Считай, что готово. Хотелось бы верить. Ну что, ребята, пора примкнуть к революции. Я вижу предмет взаимодействия, какой-то знак. Это табличка для дамской комнаты. Почему она лежит здесь? Пускай лучше лежит в моем кармане, верно, Ларри? А, так, что у нас здесь? А, пропуск в слив? Отлично. А, так, что еще мы видим? А, в принципе, вирусный бот. Не хочется мне связываться с такой техникой. Ну, не хочется, так не хочется. Так, у меня, по идее, здесь можно со всеми побазарить. Нет, ну от Лефти, конечно, вот такого реально, ребята, я не ожидал. Эй, в чем дело? Не, я пошел. Подожди. А все, взаимодействий вроде нету никаких. Полицейский, это говорить с полицейским? Ну, в принципе, я думаю, нас ничего не держит, пора уходить в тоннель. Так, я просто должен был зайти в эту дверь, чтобы отсюда выйти? Как все сложно. А, да, Ларри, надо было примерно так сделать. А, надо опять в туннель, что ли, получается, идти? Ладно, следуем, ребята, в тоннель. Лабиринт. Давайте пойдем в лабиринт. В принципе, это место очень запутанное. То есть, ребята, мы видим бочки, знаки, тут полно всего. Смотрим на нашу вот эту, ребята, карту. Чекаем и смотрим. Почему, ребята, я говорю чекаем? Потому что у меня комнаты расположены в моем прохождении именно так, а если ты, приятель, будешь играть в эту игру, у тебя комнаты будут по-другому, то есть они рандомные. Короче, я неудачно, короче, загрузился, зашел не в ту комнату, теперь у меня вот такая комната. Я иду на юг, ребята. Стоп, я, кажется, здесь уже был. Да я понял, что ты здесь был. А в эту дверь нельзя пройти? А, нет, нельзя. Ладно, входим обратно в туннели. А, лабиринт. Самым лучшим образом, я думаю, будет просто сохраняться здесь. Звук полицейской сирены. Я буду просто сохраняться, переходить в нужные мне двери. Так, идем на север. Отлично, север подошел. Ну что, переходим на юг. Теперь на юг.
Походу, да, я туда перешел. Похоже, я хожу кругами. Нет, Ларри, это просто одинаковые такие помещения. Звук смыва туалета. А, ладно, я решил пойти, ребята, еще раз на юг. Посмотрим, куда нас дверь это приведет. Походу, я выбрал путь правильно. Хорошо, идем на запад. Хотя туда нельзя по подсказкам. Отлично. А, по идее, запад должен подойти. Я еще загрузился, в принципе. Запад. Похоже, я хожу кругами. Да, Ларри, ты, похоже, просто не ту дверь открыл. Итак, проходим на юг. По-моему, правильно. Потому что загрузка долгая. Ладно, пойдем вверх. Опять вот эти долгие загрузки. А, итак, идем, короче, на восток. Долгая загрузка, значит, мы прошли правильно. А, ребят, иногда вот эти метки с картой, они противоречат друг другу. Я не понимаю, как правильно даже играть. Вот, допустим, вот эти стрелочки нам говорят, что вверх идти нельзя. А, попробуем дверь на запад. И вот мы, наконец, пришли. Так, что здесь у нас? В темный интернет можно попасть через Тор. Ладно, хоть не через Тор. Блин, я вот, честно говоря, ребят, я задолбался по этим коридорам ходить, где надо было выбирать вот эти метки. У меня перед глазами в телефоне была вот эта карта, которая у Ларри, по идее, вот она в кармане. Я не поленился, открыл ее просто в телефоне. Вот смотрите, вот эту карту. Но, блин, иногда комнаты сами себе противоречат, это нереально. Лучший способ, ребят, как я сказал, из-за того, что комната, она рандомная, сохраняйтесь в каждой комнате и методом тыка можно пройти. В этом не наука, здесь ничего умного нету или глупого, просто надо сделать именно так. Итак, шлюз в темный интернет. Собачий лай. Итак, ребят, я забыл, короче, одну вещь, пока мы тут бродили. Я увидел какой-то кронштейн, и с ним, оказывается, можно взаимодействовать. Так, давайте повесим табличку на этот кронштейн. Ах, значит, это дверь в дамскую комнату. Какая неожиданность. Я не знаю, что мне стоит туда идти, но нам нужно думать нестандартно. Даже не покомментируешь, Пай? Ах, я забыл, что она... Что ее нет. Здравствуйте. Ты кто? Зависит от того, кто тебе нужен, дорогуша. Ты можешь выйти из тени? Если тебе так хочется, дорогуша. Опа, а это тот трансвестит. О, значит, ты меня помнишь, душечка. Ну, скажем... Нет, давай лучше не будем об этом говорить, о том, что произошло в тюрьме в Новом Лос-Вегасе. Но мы весело скоротали время в заключении, не правда ли? Нет, действительно, я не хочу об этом даже упоминать. Почему ты стоишь в тени? Ларри, умоляю. Посмотри на этот яркий свет. Ты видишь все мои мелкие недостатки. К тому же, некоторым из моих любимых занятий лучше заниматься в темноте. Ладно, а к делу. Дорогуша, именно, значит, ты принесла сюда кое-что, что мне нужно. Чтобы починить этот странный банкомат, как ее там, криптовалюты. Так, как-то так, для надежности я спрятал игру в самом надежном месте. Только не говори, что там. Блин. Я надеюсь, не там же, где огурец с первой части. В волосах? Я не прикаюсь к своей прическе. Ты не представляешь, как, сколько времени занимает безупречная укладка? И вновь. Настало время для... обыска. Интимного обыска! Сможешь вытащить ее целиком сама? Я контрабандист, а не акробат. К тому же я не знаю, что тебе нравится мой сладкий. Надеюсь, этот раз руки будут...
будут у тебя теплее. Давай покончим уже с этим, а? И на этом моменте у нас серия подошла к концу. Мы увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи, не переключайтесь и всем пока.